Тело Сони Жаворонковой найдено в квартире 40-летней жительницы Вологды. Задержана Ульяна Ланская. Предположительно, она психически нездорова и состоит на учете в психдиспансере. По предварительной версии, женщина втерлась в доверие к девочке, завела ее в свою квартиру и убила. Соня пропала в субботу утром 16 октября. Камеры наблюдения зафиксировали, что школьница встретилась с подружкой. Потом их вместе уводит незнакомая женщина. Вторая девочка через сутки нашлась. Она рассказала маме, что неизвестная тетя увела их с Соней, но ее отпустила. Подружка Сони смогла показать и дом, куда их увели. Следователям пришлось взламывать квартиру. Соню искали почти 600 человек. Мама девочки узнала о пропаже дочки только через сутки. Все это время она пила. В квартире не прибирались. Квартира вся была испачкана и изломана. Мамы детей постоянно дома не было. То есть она уходила гулять, например, вечером уйдет, дня через 3-2 придет. Нетрезвый образ жизни она вела, и детьми не занималась. Антон, это брат ее, свадьбы останавливал. То есть, знаете, когда там останавливают свадьбу, чтобы пропустили, денежку дают. Вот, таким образом зарабатывал, попрошайничал. Соседи подкармливали. Соня практически все лето просидела в окне, на первом этаже жили, и вот окно открывала, так таким образом гуляла. Ходила когда на улицу с Антоном, без нижнего белья выходила, потому что, не знаю, может грязная, может не было. Потом очень как-то выходит на улицу лысая, я говорю: «Соня, ты чего лысая?» Она говорит: «А у меня, говорит, вши». Меня побрила мама на лысо. В соцсетях горе-мать опубликовала своеобразное объявление о пропаже. Если кто-то Соньку увидит, позвоните мне или по адресу приведите. Новоровского, 37. Приходили органы опеки, как-то было раз. Видела сама, разговаривала с ними. Говорила то, что мама дома постоянно нету. Дети, соответственно, неухоженные, неопрятные, грязные. И они все видели. В каком состоянии квартира, в каком состоянии дети. Они все это прекрасно видели и знали. Совсем дела до этого нету. У нас, как говорится, знаете, мне кажется, они думают: «Слушай, с такой матерью чем? Ни с какой». Ну, в общем, никому не нужны дети. Опознавать тело девочки мать не ездила. Вместо этого отправила пьяного дядю Сони. Подозреваемую Ульяну Ланскую удалось задержать в Карельском Беломорске. Это 800 километров от места преступления. Что неизвестно, у нее двое своих детей, но родительских прав она лишена. Раньше преподавала в школе английский и немецкий языки. Внятных показаний женщина дать пока не может, находится в невменяемом состоянии. В отношении матери Сони Жаворонковой возбуждено уголовное дело по статье об оставлении в опасности. Уголовное дело также завели и на органы профилактики. Вологжане несут игрушки и цветы к дому, где жила Соня Жаворонкова.